ее, фигуристов из Люксембурга, как-то мы не знали. Года до Флёр Максвелл. В прошлом году на чемпионате Европы она заняла 22 место. И, кстати, в какой-то момент, это уже было очень давно, она завязала, бросила на фигурное катание, но спустя где-то 3 или 4 года решила вернуться. Можно говорить, что тремя прыжковыми элементами она справилась вполне достойно. Когда говорю о том, что достойно она справилась с своими прыжками, это, конечно, тоже все относительно, все сравниваю с теми, кто выступал ранее. Но, во всяком случае, в этой фигуре...